Крупной суммы денег лишился елизовский бизнесмен благодаря своим бухгалтерам. За полгода две его сотрудницы перевели на свои счета более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В полицию обратился 57-летний предприниматель, сообщивший, что с его счета похищена крупная денежная сумма. В ходе предварительной проверки сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Камчатскому краю установили, что его сотрудницы в период с марта по июль 2016 года перевели на подконтрольные им банковские счета более 2 миллионов рублей. Полицейские уже изъяли порядка 800 тысяч рублей, а также автомобиль, купленный на похищенные деньги. Стоимость иномарки составила около 400 тысяч рублей. Мошенницы сейчас находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.